Так, успели мы на драгрейсинг. Белый волк против дракона. Патрол против Паджеро Спорт. 3.3 дизель, 3.0 бензин. Так, что-то я рано анонсировал. Волк отъехал. Не, он Нива сейчас будет. Самая заряженная современности. Бородач тут готовит трассу. А чё белый волк отъехал? Потому что он первый раз, а идти по второму разу. Ага, и я первый раз, так с ним ехать? Да, давай. А что, никого нету полегче? Полегче. Шага 69 там какой-то. Нормально, давай у Денчика спросим, чтобы он с тобой. Ты будешь с ним ехать, парень? Страшно, блин. Нормально, да, да. Как раз будет время. Ну давай. Сейчас я уберу, да. Да не, у него колеса больше, я не поеду с ним. Все, поеду. Нет, колеса меняй. У тебя 4 литра, елки-палки, поеду. А колеса? Я тебе с Русом поставлю. Давай. Блин, все поменялось. А кто снимать будет? Я тебя сниму. Давай, Вован, где ты, друг? Стой! Ты замерз зимой, да, и не приезжал больше? Где ты, друг? Я ж на Карпатах не было. Да я так далеко не отъезжаю от дома, блин, друг. И... Что ты? Так, подождите секунду, организаторы, секунду. Так, Нива. Сейчас будет серьезная рубилова. 1.8 против 3.3. Так, небольшая задержка, убираю тут с финиша. Ну да, наверное, как-то. А дальше закрыто, а где ж финиш? Финиш, наверное, ходом, да? В драгиш ходом. Вот там финиш, да? Короче, до конца. Блин, думал по-легкому проскочить с каким-то 69-м или УАЗиком. Нашелся, что тут белый волк. Бампера снял, понятно, что попробую в обгоне, колеса больше. Правда, мотор меньше и вес больше. Ну ладно, сейчас посмотрим, что важней. Так, стартанули. Не успел я дойти, куда хотел. Вот так Нива идет, вставляет. Пока. Вот это борьба. Нос в нос идут. Блин, патрол вырывает победу. Или нет? Нива выиграла. Нива вы, а там надо влево выехать вверх? Или? Не знаю. Влево, 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 влево. Вот старт. Узковато им здесь. Дач едет, снимает сзади. Разровняли, да, чуть-чуть? Да, там такие горбики на выходе жестокие. Если патрол не выехал, то у меня шансов немного. Болотоход против 70-ки с казетом, блин. Этих тоже надо было снимать. Да. Еще пока непонятно, кто выиграет, да?
Да, такой драгрейсинг. Ну сейчас мы против белого волка. Ну ты жесткий, жесткий. Сразу, да? Болотоход вставил. Привет. Сейчас отстегиваем глушитель, чтобы не потерять его потом в болоте не искать. А ну подержите телефон. Да? Да. Есть. Облегченный вариант. Облегченный вариант. Ну, килограмм 15-10. Ну, это плюс. А, поохраняете, чтобы не украли? 1.5% скорость. Победа близка. Сейчас белым волком поедем. Не Паджеро, а он за вторую дистанцию. Цензура, цензура, нельзя. Ёханый бабай. У того горит, у этого выпрыгивает что-то, да? Это просто мощный силе. Газ лупанул. Не показывайте. Слышь, у вас разбирается на ходу, там порвалось. Заглушка потерялась. Что, открутилась или что? Не, вырвало. А, вырвало, ого. Все болты слезли. Да, круто. Так, Нива ГАЗ-69, ну это борьба титанов. Да, 69-й так уверенно идет к победе. Да, Нива присела. Ехал бы с Нивой, выиграл. И выиграл бы, да? Да не, ну уже стоял 69-й. Но я могу ехать только с тем, кто первый раз. Нива же не первый раз. Ладно, я с тобой первый раз. Да, 69-й красава. Так, ну вот мы с Паджериком 2.8 турбо. Сторону можно менять, если обогнали, можно вправо-влево, куда хочешь. Так что, можете менять. Драх не классический, так что тут свои правила. Кто вырвался, тот и траекторию берет.
Слышишь, ты без шноркеля, не подъезжай к нормальным машинам близко. Что ты делаешь? Ты знаешь, сколько бампер стоит? Ты знаешь, сколько раз он был оторван? Ох, тут серьезная пара вообще жесткая. Так, кто выиграет, со мной едет. Хорошо. А вы первый раз же, да? Да. Штурман мой тут попал, блин. Ты у меня записан, блин. А, в любом случае, короче, победа нам... Победа нам обеспечена, да. Я же договорился. Вот так после заезда это все выглядит снизу. Траву снизу. Хотел пройти. Так, ну... Погнали. Два серьезных автомобиля заряженных. Патрол и поджерик. Страшно было? Предатель. Что-то ты вспотевший какой-то. Печка не выключается. Надо кабину поднять. А хоть дверь давай я тебе открою. Едь с открытыми дверями, бородач. А можно я на будке поеду с тобой? Нет? Да нет. Ты его перегрузишь там технику. Если будешь потом разматывать стропу, то садись. Хорошо. Так, сейчас будет драг-рейсинг с места событий, блин, чтобы не улететь, главное. С доджем. Бородач здесь. Бородач, я тут, не очкуй. Сейчас расчистят трассу. Запугивает соперника. Так, пока пробочка. Так, пока пробка здесь. Ну все, а нет, еще не все. Поджерик выезжает. Да. Поджерик выезжает, и мы стартуем. А я там выехал. Не хватает или мотора, не могу понять, что. Или колес. Не хватает. Не спущены, наверное. Да, жесткий драг-рейсинг в этом году такой, ух. На проходимость. Давай бегом! Так, стартуем. Подрезает его бородач. Жесткий.
Саша, давай! Меня обвинишь, что я тяжелый, давай! Бородач, давай! Давай! Чуть не слетел. Да, как я тут после него буду ехать? Паша, ступенька большая, Паша. Да, я выйду, дай выйти. Ступенька, блин, полколеса. Да не, как стена. Попробуй другую траекторию назад дальше сдать. Назад попробуй дальше. Конечно.